Всех приветствуем на нашем канале. Сегодня мы готовим салат оливье с курицей без картошки. Для этого нам понадобится 6 яиц, курица отварная любая, горох. Горох можно замороженный, лук зеленый, 3 морковки, 2 огурца бочковых, салат айсберг и свежий огурец. Так, вот у нас нарезаны продукты. Мы нарезали продукты. И теперь будем все смешивать. Берем тару пообъемнее, потому что салат капусты очень объемный. Ложим сначала капусту. Капуста айсберг. Так, потом, значит, соленый огурец свежий. Банку горошка. Яйца. Морковь. Курица.